Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Но это мы же все понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле. И нас-то особенно не информировали о том, что готовится к принятию такого решения. Я сейчас... Это просто констатация факта. Потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Значит, ну, так произошло. И процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, ну, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться.